по осмотру цешки. Начинаем с салона, как обычно. Пробег на машине 450 заявлен. 2.2 дизель. По коробке на данный момент без замечаний работает. Установлена нештатная магнитола с камерой двухдиновой. На месте коробка работает хорошо. При разговоре вроде бы есть пинки при движении на горячую. Что, проедемся, посмотрим. Пока по состоянию салона. Тут у нас чуть-чуть есть дырка. Кондиционер, сейчас чувствую, уже работает. Усилитель руля работает, исправен полностью. Износ руля, по сути, сами видите. Он присутствует. Салон, кстати, очень хороший. Потолок черный, но потолок и салон тут уже менялись. Не родные. Так, по функционалу вроде бы все работает. Открывается, закрывается. Свет включается. Вижу, что включали подсветка книжек, но так лампочки работают. По мотору замечаний нету по работе его, как минимум сейчас на ходу, работает хорошо, но нету сажевика. Сажевый фильтр давно не прочищался, это в принципе по диагностике было видно, что его тут нету. Заводится хорошо. Также горят лампочка подушек безопасности, есть ошибка по датчику присутствия пассажира в этом сидении. Ну, видимо, из-за того, что салон менялся, там что-то не подключено. Ручник. Есть подозрение, что не работает. А дальше что еще по ключу? Ну, по износу, в принципе, на свой пробег изношенный. Замок электронный, тут все нормально срабатывает. Состояние пластика. Машина грязная, но по большому счету не сильно прямо убитая. На свой пробег, скажем так. Ничего не болтается, не разваливается. Сейчас туда по картам. Вот затертые кнопочки, тут порвано. Так вот, в основном все сильно не зачухано. Сидушки, как я и говорил, они хорошие. Анатомия хорошая сидушек. Стекла пока из того, что я видел, все родное. Типа к чему-то сейчас сильно придираться особо не. По салону, в принципе, ночей нет. Диски крашены, колеса зима. Зима хорошая по протектору. Года я только тут не вижу. 205-60-16. Рыжики. Рыжика визуально вроде ничего не видно. Сзади есть заднее стекло родное. Чуть-чуть по краске подзачухано. Партроники есть, но, кстати, их не проверял, это еще проверим. А подкрылки накиданы, пружины. По ржавчине, в принципе, как у всех мерседесов, сзади на полу, в принципе, ржавчина, да, есть, но ее не сильно таки много, потому что они гниют посильнее. Так визуально машина собрана и смотрится. Задняя подвеска чуть-чуть присевшая, либо тут стоят не те родные, ну не родные пружины ее, либо эти пружины уже просевшие. Колодки задние, остаток процентов 30, диски остаток процентов 60, наверное. Колесные диски крашены, но чуть бордюрка есть. Резина та же хорошая. Дату я тут опять же и не вижу по этой стороне резины. Или на внутренней стороне дата находится. Ну, визуально не пересушена, нормальная. Тут, значит, все норм. Стекла хорошие. Ну, оригинальные, имею в виду. Тут что-то у нас потрепано чуть-чуть. Пару царапинок присутствует. Тут все открывается, ничего не залито, подстаканники работают. Лампочки сзади работают. Карта визуально без нареканий. Не сильно их запилена, просто что она грязная. Ремни не висят, ремни работают. Анатомия сидушек хорошая, электропривода тоже на сидушках работают. Ну, вперед-назад оно уже механически двигается. Крыша заклеена в черный.
ну, в пленку черную. По подкапотке есть запотевание, много по мотору, снизу это видно. На камеру не уверен, что я что-то покажу. Сейчас попробую пару моментов. По турбине говорят, есть вопросы. Ну, в принципе, я, наверное, не покажу. Ну, короче, есть запотевание на впускных патрубках. Это турбина бросает масло. Турбина тут уже такая подушатанная, возможно, скоро надо будет ее ремонт. Форсунки показывали бумажку, что делается, но визуально оно все работает. Есть тоже запотевшее, там тоже не покажу, но в задней части мотора, где-то в районе коробки, что-то там все в масле. Но там уже надо смотреть, разбираться, из-за чего оно там в масле. Блок АБС смененный, фары не болтаются, фары тут... Возможно, с ними что-то делалось, потому что там есть ошибки по габариткам, и тут не все лампочки работают. Как минимум ближний работает, дальний, по-моему, только на этой фаре, на той фаре нету. Светодиодка тут работает. Чуть-чуть есть зазор у нас по бамперу. Запотевание. Что это такое? Это же не поворотник? Не? Или да, поворотник? Да, сейчас аварийку включу. Ну, не ДХО, то точно. Ага, поворотник у нас в этих ДХОшках. Ну, тут какая-то штука непонятная. Этот МГ просто бампер. Видимо, тоже, наверное, не штатный. Партроники через раз присутствуют, но их тут спереди нету. Радиаторы не запиленные, но и не новые. Фары, ну, по износу, такое, под полировку. Записка струйная очень сильно. Так, ну и дальше сейчас расскажу, что тут по кузову. Кстати, оригинальное лобовое даже. Резина спереди та же зима, тот же размер и тоже без... А, не, вижу дату, то с первого года. Но состояние по резине очень хорошее. Тормозные диски мененные, они новые. Колодки процентов 80 еще остатка, то есть в колодке огонь. Что красилось по кузову, что вообще тут? Как вот, по правой стороне. Закрой его. Передняя дверь, заднее крыло. Крышка багажника локально. Уголочек со шпаклевкой. По левой стороне задняя дверь, крыло с проемом. Спокло? Спокло. Ну, немного там, ну, местами есть там. По левой? 700, да. Да. Дай толщик. Бесключевое тоже, кстати. Работает или нет? Он тут есть вообще или просто как визуально? Там выше надо цепобой. Да, тут есть шпаклевка по этому крылу. Да просто шпаклевалась, уже не резалась, как я понял. 900. 200. 800. Тут прям много шпаклевки. Как будто вот арка не вырезалась. Вот так вот. Как бы есть места, где могли быть следы сварки. Типа вот так вот. И вот тут вот так вот. Вот эта вот часть могла вырезаться. Ну, не факт. Как минимум не гнилое.